Всех приветствую на своем канале, и сегодня покажу, чем вообще занимаюсь, свободное от работы время и какие работы произвел с десяткой. И вы увидите, что это за наклейки. Сейчас вам подробненько о них расскажу. Полезла немного ржавчинка у меня на вот этой части вот порога, именно сверху. Со стороны водителя не особо, а со стороны пассажира там... Когда пассажиры вылазят, оббивают немного краску, и такие были шероховатости. Вот, прокрасил пороги, верхнюю часть. Нижняя еще в нормальном состоянии. Ну а сверху было просто некрасиво. Когда люди садятся, прямо видно были сколы и пошла ржавчина. Зачистил все, закрасил, одел уже резинки. И пришла мысль наклеить сюда наклейки защитные, по которым можно... ходить будет. И, кстати, прокрасил все четыре стороны. Вот и сзади тоже. Ну, короче, все четыре стороны порога прокрасил. И сейчас покажу, какие наклеечки приобрел. Вот были приобретены вот такие вот наклеечки под карбон с надписью «Лада». Не было с надписью «УАЗ-2110». Ну, такие тоже пойдут. Две наперед и две назад. Вот такой вот вид имеют. И сейчас наклеим вместе с вами их на пороги. Посмотрим, что из этого получится. И хотел уже клеить просто так вот сверху. Но примерив саму наклеечку, оказалось, что она слишком широкая. И нужно будет ее засовывать вот туда под уплотнитель. Вот так немного буду напускать сюда на бок, на внешнюю часть. Но для того, чтобы ровно наклеить, нужно снять уплотнитель. Немножко, ну, просто его поднять. А для этого нужно открутить вот эту вот пластиковую накладку со всех четырех сторон. Поэтому сейчас займусь откручиванием. Здесь просто все на саморезах. Откручу, немножко подыму до вот этой части вот уплотнитель и наклею эти наклейки. Так, смотрите, ребятки, снял уплотнитель, чтобы он не мешал наклеечке ложиться, как говорится, до конца. И первым делом нужно обезжирить поверхность, которую будем клеить. Обезжириваю спиртом. И вот тут кромочку тоже внизу, где белая, так как оттуда будет наклеечка ложиться своим краем. Теперь беру и феном прогреваю поверхность, которую будем клеить. Без фанатизма, чтобы краска не слезла. Ну, чтобы она была такой теплой. Кто будет, кстати, клеить там летом или в теплое время года, я думаю, прогревать можно вообще не прогревать. Теперь ставлю фен вот в такое положение вертикальное. И беру саму наклейку, тоже прогреваю. Сначала с пленкой, еще не сдирая. Так как в гараже сегодня еще не натопил. Там уже градусов 15 есть. Она такая плотная. И на холоде она прям дубеет. И беру прямо над феном ее прогреваю. С этой стороны. Тоже без фанатизма, чтобы не расплавить ее. Так, теперь прогрел. Фен пока не выключаю. Я сейчас снимаю вот эту бумажную пленку. И прогрею еще раз саму клеевую сторону. Вот смотрите, такая клеевая основа, она как вроде бы как матерчатая или что. Это вам необычный какой-то скотч там, который будет коробиться. Вот так вот сдираю. И теперь прогреваю саму вот эту сторону, где клей у нас. Чтобы он хорошо схватился на металле, на краске. Так, и теперь
смотрите, в чем прикол. Примерно выставляю и клею. Вот смотрите, немножко не получилось. У меня значок Лады немножко полез наверх. А мне хотелось бы, чтобы он был вот здесь на ровной части. Благодаря тому, что у нас клеевая основа как бы матерчатая, а не как скотч, мы запросто можем снять ее. Она запросто снимается. И чуть ниже я сейчас переклею. Вот, значок Лада оказался посередине. И теперь прогреваю феном саму наклейку. Сначала прогреть хорошенечко ее. И сухой тряпкой, какой-то салфеткой, мы сейчас будем ей придавать форму, выгонять пузырьки. Но я пробовал уже на таких пленках, пузырьки особо внутри не остаются. Вверх загнул и теперь загибаем вниз. Вот такой вот результат получается. Вот такой вот законченный вид порога. И сейчас я соберу, поставлю уплотнитель, прикручу накладочку и покажу вам конечный результат по всей машине. Закончил сборку салона и давайте посмотрим результат. Вот такой вид теперь имеют пороги. Такая вот вещь получилась. Кстати, извиняюсь, камера там перевернулась и получилось видео самого процесса в перевернутом состоянии. Но я думаю, процесс понятен. И, кстати, совпала вот эмблемка синенькая с эмблемкой синей на ковриках. Хотя это совершенно разные магазины были. Вот так вот. И задняя часть. Вот так вот выглядит. Здесь я клеил по низу, отмерял. И за счет увеличения порога, увеличения его ширины, здесь получилась вот такая вот полоска. Потому как сама наклейка не имеет увеличения. Ну, вид, конечно, получше будет. Ну, кстати, они будут, пассажиры, я имею в виду, биться где-то ногами в этой части. Тут постоянно царапины какие-то появляются. Ну, считаю, это такой гаражный тюнинг. Ничего сложного. Ну и ничего такого. Это наклейки, как говорится, как расходный материал. Сегодня они есть, завтра пообдирались. Послезавтра можно опять заказать новые. Вот. Кстати, цена вопроса на сегодняшний момент 150 гривен. Где-то вышли 4 наклеечки. И сейчас покажу вам две те стороны. Пассажирские стороны. Тоже прекрасно лежит наклеечка. Это, кстати, сторона была самая побитая ногами. И здесь сзади вот тоже. Та же история получилась с вот такой вот полоской. Ну, думаю, выглядит прикольно. Вот такое вот видео сегодня получилось. Наклеил наклеечки на пороге. Пишите свои комментарии, кому понравилось, кому нет. Клеили ли вы такие или нет. Я, кстати, искал, хотел металлические такие наклейки наклеить, но были только на приору. Я не знаю, подошли бы они на десятку или нет. Но решил такие вот универсальные наклеить, чтобы подходили. На этом будем заканчивать видео. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, смотрите дальнейшие видео. Всем удачи, всем пока, берегите себя и близких.